Я рад вас приветствовать на Камчатке. Для нас большое значение имеет выстраивание дружеских партнерских контактов с государственными соседями, к числу которых относится, безусловно, Узбекистан. Мы рады тому, что диаспора на Камчатке граждан Узбекистана достаточно большая, сплоченная, дружная, активно участвует в наших праздниках, ну и, конечно, способствует развитию экономики Камчатского края. Камчатский край, как и другие регионы Дальнего Востока, испытывает определенный дефицит в компетентных рабочих кадрах, и поэтому мы, безусловно, выстраиваем здесь конструктивную, четкую линию поддержки, интеграции и в таком гармоничном виде жизни здесь граждан Узбекистана и других народов. В этом смысле наш принцип, конечно, это приветствие всех народов, всех культурных разнообразий и обеспечение атмосферы гармонии и такого содружества.